Окей. А ссылочку кинуть еще людям, правильно? Что у нас есть охуенная трансляция в охуенном качестве. В скобках нет. Ну, ударенным камнем зубы не скажу. Они уже начали играть, что ли? Да, я же сказал, чтобы играли. Блять, я попросил подождать. Окей, здравствуйте, дорогие зрители. Вот если они присутствуют. Здравствуйте, дорогие ютуберы. У нас сегодня состоится первый матч второго дивизиона, который будет освещен на стриме. Я предлагаю замьютить, кстати, игроков, чтобы мы убивали друг друга. Так, ну что, все-таки клан Систер отважились играть нокдаун против Яндекса. Как говорится, земля и металлом. Так, Яндекс имеет ли он хоть эту смерть? Пока что не имеет. Окей, СМБ проводит раш, рабалета, вот, подбивают Яндекса, но, конечно, безопасно уходит на зарядку. Вообще, какие у них перспективы? Ну, я думаю, что если они сыграют как бы в двойной счет на этой карте, на не своей фон-карте, это будет ничего, что скажешь. Да, я тоже так думаю. Я думаю, что сейчас на данный момент команде Систерс не очень хватает тимплеев. Вот они пока рашат по одному, но только начало это может быть. Если уж так реально смотреть, ну, вряд ли. А были ли какие-нибудь договоренности по поводу РПГ и так далее? Нет, как ты говоришь, не было. Окей, но пока что РПК не было поднято, хотя у них миллион было возможностей, у Яндекса они контролируют основную часть карты. Окей, смотрим, что он будет, собственно, делать. Он решает прорашить коридор и должен сейчас встретить там энеми. Не отбивает шар, очень хитрым способом он был, да, действительно пиздец фейл, как он говорит. Не успел я все же замутить, ну-ка займи эфир чуть, я сейчас тут по кнопочке понажимаю. У меня, кстати, в кастомном... А, нет, есть твой релиз, окей. Включить голос. Включить голос, все. Иди. Fucking Cripple с первым мути у меня теперь. Как прям времена доты вспомнил свои. Когда попадался, знаешь, с этими людьми. Угу. Так. Я так чувствую себя совершенно уверенно, ему не надо чем поэт, он рашит просто в любой конец карты стола. Вот, так сейчас от кустика, ему нужен тиммейт. Ну, да, ему нужен тиммейт, но он почему-то тоже рашит соло. Кустик себя тоже рашит. Окей, превосходные 2 килла, достаточно легкие для Яндекса. Посмотрел на РПГ, но не стал его поднимать. Окей, продолжает контролировать балкон. Так, кустик решает медленным способом РПГ поднять, вот, пережонглировал всем, поднял все, кроме РПГ, зарядочку решил не брать, чтобы не тратить лишнее время. Окей, может быть, это таким образом он поддается им? Типа, я не буду обузить баг, вот, тем самым прощу задачу на клана Систерс. Так, я бы хотел понаблюдать за Ганни, вот, мне кажется, что она явный фаворит. Как бы по... Ну, у нее меньше смертей, по крайней мере, чем у СМД, поэтому она здесь керри. Ну, у нее как минимум выше понимание игры. Вот, если у СМБ лучше скиллы, потому что он довольно активно играет, то у Гани лучше глобальное понимание игры. Да, я с тобой соглашусь, как бы. Стоит, конечно, отметить, что Гани — это достаточно опытный игрок, и я вообще сомневаюсь, что она женщина. Может быть, она какой-нибудь это трансгендер? Ладно, она слишком хороша. Ладно, она обидится. Нет, она, конечно, девушка. Между прочим, кто видел фотографию, очень симпатичная. Более того, не только лишь это, вот у нее еще жесткий шотган, и в былые времена она выигрывала
вообще все женские капы. Вот и выступала под флантегом SF. Это тот, за который сейчас играет в центре Eagle. Окей. Байтнули только что всю команду Two Fucking Cripples. Вот, и СНБ решил, он так решил обрадоваться и отпраздновал это суицидом с фейерверком. Окей, Ганни, пойдет ли он в РПГ? Окей. Сможет ли он как-то его реализовать? Давайте посмотрим. Переключаемся на квад дэмэдж. Там подвозка только что закрутила Яндекс. Трубу. Вот, я бы, конечно, его за это наказал, но... В общем, произошел нейтральный фраг. РПГ поднял. Кто поднял РПГ? Пусти. Окей, решил застрелить батарею и заодно застрелить Ганни. Что хотел СНБ заметить, то, ну-ка, что на низких играх зачастую делают ошибку вот это, игроки. В том плане, что они считают, что разменяться с РПГ это хороший план. Да, в том плане, что да, они делают один фраг, на один фраг больше, но они дают РПГ. Ну да, то есть разменяться с РПГ, если у тебя есть РПГ, это, конечно, полный отстой. Вот. И я бы даже сказал, что не во всех ситуациях стоит того рашить РПГ в размен на свою жизнь, потому что ты, по крайней мере, рискуешь всеми своими оружиями. Вот, их как бы достаточно сложно, может быть, собрать, тем более на такой карте, как локдаун, вот эта карта делится пополам. Ну да, да, с тобой сложно, конечно, не согласиться. Вообще, это достаточно рандомная вещь. Даже если вы нейтрально размениваете РПГ, РПГ выпадает, непонятно, повезет ли тебе с респаунами. Вот поэтому это всегда небольшой гембл. Окей, Ганни сейчас контролирует зону Магнума, превосходно, да, принимает кустика. Тем временем счет, да, ну, как, впрочем, и ожидалось. Ганни. На полном лаке шар отбился от финика. А за это мы и любим ДМ. Яндекс просто забивает на перестрелке, кустик справляется, не замечает энеми. А, это не энеми. Окей, это я что-то, видимо, не замечаю. Окей. Поднимает шары. Видимо, поднимает импульс, к шары у него. И так уже, ну, на локдауне там шары Яндекса все знают. Окей. Есть у него инфа по энеми, вроде должен был быть топот. Промахивается из дроболетного упора, медленно его перезаряжает, промахивается всем упором и, в принципе, должен был бы умереть в этой ситуации, но Ганни, вот, что ей хватает в понимании игры, ей не достает в микромоментах. Все-таки, конечно, видно, что у нее отсутствует эта твердая рука, которая помогала бы ей делать еще больше фрагов и иметь положительный КДА. Да, размен с СНБ, в принципе, я бы сказал, что это плюс. То есть сейчас Ганни может, более-менее выходя на нижнем этаже, чувствовать себя свободно. Тем более, что... Да, может быть, она даже попробует зайти кустику спин. Насколько я понял, она его заметила. Кустик у нас находится на балконе. Слышит комбайна. Вот, это не дает ему покоя. Он включил режим охотника. Окей, слышит, слышит, светит лазером. Вот, Ганни временем решила уйти, отожрать ресурсов. Вот, запустить шарик. Окей, Ганни, вот убила кустик. Нейтрализовала. Даже сама не планировала. Хотя, кто его знает, это все-таки игрок клана SF. Может быть, изначально был такой план. Совершает ошибку, она, конечно, да, подойдя к зарядке, но, к счастью, Яндекс промазал физика, или была слишком легкая физика, она убила. Только поэтому с первого раза. Окей, Пайнки стреляет шаром, или скорее даже по звуку, сука. СНБ нелепо умер сейчас, мой ты дорогой Женечка, ну что ты в самом деле. Ладно. Окей, контроль карты сейчас находится целиком и почти полностью за... командой, о, да, за командой Sisters. Вот, говорит, я здесь понерфить Яндекса, говорит, да, да. СНБ решил, хотел понерфить Ганни, кинулся батареей в спину. Вот оно, домашнее насилие, ребята. Даже сестры монахини могут поступать в качестве злых супостатов. Окей, замечает энеми. Кого оружием будет атаковать? Кейн. Так. Затем игры пушка. Это был типичный байт. СНБ повелся на него просто как школьница. А нет, не был байт. Кустик там заряжает лопаты, вентилятор. И
вылазит, попадает из магнума, сможет ли он добить? Да, и под столочкой, конечно, отстреливается от СНБ, решил еще труп его закидать. Мне кажется, это школа НИИ. Стрелять по трупам. Стрелять по трупам, да. Это школа думера, но для этого нужно быть думером. Вот. Кстати говоря, против Яндекс, возможно, это не сработало бы, так как он у нас выступает в роли грибной полиции. СНБ, домашнее насилие, молодец. Ничего, повеселились немножко и хватит. Зато СНБ подобрал себе одно ИИ-чко. Вот сейчас будет его реализовывать рикошетом себе в ебало, что называется. Выходит на префайре, как самый быстрый кобой на Диком Западе, не находит энеми, но не отчаивается, продолжает воевать с духами, но... Так, и говорит, я поймаю твою гранату, кидают ее очень хитро за спину. Кстати, блин, заебали его гранаты. Когда мы играли матч против них, если ты помнишь, как меня бугуртило, как бы, особенно-то, ну, счет не колебался, как бы, в их пользу, но гранаты доставляли определенные неудобства. Меня лично заебал арбалет Яндекса. Я не понимаю, как он попадает им всегда. Вот 90% случаев, не знаю, он просто может с разворота от рикошетника по колодцу убить себя. Да, согласен, согласен. Действительно, противная вещь, это... Ну, казалось бы, да, арбалет такая штука ненадежная, но да, нельзя его недооценивать. Сейчас была схватка на СНБ, СНБ должен был убивать его, но совершенно каким-то непонятным образом я так попал в арбалет. Да, да. Ну, я бы не сказал, что это рандом, это все-таки скилл. Я бы даже сказал, это не да, то чтобы скилл, да. Это его такой вот именно плей-стиль. Он... выбирает себе такие коридоры, играет в такой позиции, где мало того, что арбалет легко всегда поднять, так еще и он в point-blank range. То есть, если ты попадаешь с арбалета, то один шотган, как правило, заканчивает дело, да. Попытался поиграть в серийно сейчас СНБ, вот, но, как бы, если ты попадаешь примерно 2 выстрела из 12, вот, лучше, наверное, использовать какое-то другое оружие. Он, впрочем, это понимает. Окей, попадает шаром под волку. Окей, промахивается дробовиком. Может, в принципе, добить. У него, как я знаю, есть еще одна подсволка. Батарея ему мешает совершить финальный раш. Стреляет через перила. Она все еще... Ты выстрелил в бочку, ты ё-моё. Окей, очень нелепый долгий файт происходит, в котором Кустик одерживает верх. Яндекс тем временем проходит, забирает свой любимый арбалет. Начинает как-то слушать, контролировать респы. Тут есть зарядочка. Вот, и он сейчас... снова станет на карту. Кустик впитывает. Очень странно было решение уходить в зарядки у СНБ. В то время, как он мог спокойно отстреливаться с ней и жраться. Вот. Зачем получил раш в упор с дробовиком и занял еще недолгую позицию, но он атаковал почему-то. Я знаю, кажется, что было причиной этого. Вот. Во-первых, слабоумие и отвага, а во-вторых, руки-крюки. Понял. Он, да, возможно, он хотел ему еще показать трюк из брюк. Вот, типа, растягивает брюки, а там шотган. Ну, если он дальше пережонглировал, ну, это вот моя школа. Вот Яндекса так и надо. Все-таки он сейчас играет с компьютерного клуба, насколько мне известно, такому командировке. У него ужасная клавиатура, вот, и отбивать такие вещи ему, конечно, сложновато. Так, я бы снова переключился на экс-игрока клана SF, его женского, абсолютно не... Хоть что ты шара по Яндексу, видели? Видели? Опа, опа, вот так вот, я не... Магет, так, Кустика должна разделываться, да, превосход... А, это даже не Кустик, это Яндекс. На прошлой игре, которую наши зрители никогда не увидят, мы с ней обсуждали то, что у женщин какой-то невероятный перк стрельбы из шотгана. Вот вспомни любую девушку и скажи мне. Вот я не знаю, единственное, сметанка, это же девушка, правильно? Ну да. Да, она хорошо из шотгана стреляет? Да, понял. Ладно, вообще сметанка. Насколько я знаю, окей. Ну, короче, как бы там ни было, Moonspot, да, ну, нельзя сказать, что она когда-то прям там сильно тащила, но я помню точно времена, когда она играла, по крайней мере, неплохо. Кстати говоря, Lockdown была одна из ее любимых карт. Что странно, и нетипичная тоже. Вот, карта достаточно специфичная. Она ебошила из шотгана, ой-ой-ой.
Анна из War 3D, да, в которую были влюблены аж два. Один маппер, а два игрока. Вот один маппер, Бэтмен, знаем такого, да? Так. Очень интересная перестрелка кустика с СНГ сейчас была у трубы, я просто отвлекся на это. Ну вот, окей. А в общем, и Реверс, вот, наш любимый Влад Панич, серп. Вот, были в нее влюблены, вот, а она просто пиздошила шотгана, представляешь, что это скалка, видимо. Ну, белка, кстати. Да, белка имеет даже татуировку шотгана. Ты знаешь, что, да, история? Да, у нее на левой, кажется, руке, вот пас 12. Да, что такое, большой респект. Я бы себе, правда, вот какую бы ты себе татуировку, у тебя есть татуировки? Есть. Да? Серьезно? Ты такой прям весь забитый, как байкер, да, или нет, у тебя что-то? Ну пока. На жопе? Почти, на левой руке, на отлично. Это рукав или это маленькая татушка? Да. Что это такое? Не маленькая, не рукав, но размером, не знаю, размером с карты, примерно. Я понял. Вот. А карту Тора или играли? Ладно, может, нет, не отвечать, я шучу. Короче, а что она сегодня? Расскажи немножко про нее. Что вот я как бы подумал, у меня даже была возможность. Расскажи, я тебе расскажу потом. Ты был близок, это карта Таро. Это да? Карта Таро, да, да. И что, она смерть? Да. И что, ты по заветам Дона Хуана Матоса пользуешься смертью как своим советником? Ну, не совсем. Я просто подумал, что набивать момент на море было бы слишком пошло за Эйжину. Я решил подобрать что-нибудь получше, и я нашел, что есть такая вещь, как карта Таро, 15-я, она очень красивая, и в Гримрике. Почему бы нет? У моего друга была свадьба, и представляешь, в качестве свадебного конкурса, или, вернее, даже в качестве свадебного, ну, так скажем, развлечения, они пригласили своего друга тату-мастера, и он всем желающим, вот, набивал татуировки. Ну, там, понятно, они были там очень простенькие, там, какие-то, ну, там, ну, да, да, так, чтобы можно было успеть, там, ну, одну татуировку минут за 15-20, типа так. И, ну, там была такая очередь, вот, я, короче, ты понимаешь, ну, как бы на свадьбе нужно же не в очереди стоять, вот, а веселиться, вот, поэтому я к нему подхожу, говорю, что там, он говорит, ну, сейчас, говорит, закончу, и в итоге кто-то лез, блин, все время вперед меня, и в итоге к нему подхожу, он такой говорит, блядь, чувак, я так заебался, ты приезжай ко мне, говорит, в салон, я тебе набью, вот, я посмотрел, где его салон, вот, ну, это, конечно, по московским меркам, может, не так уж это и далеко, но... Ну, короче, я не стал ехать далеко, ну, просто мне было факт. Вот. Но я хотел себе... Ладно, вот у меня было несколько идей, что набить. Кота на скейтборде, короче, с рулем. Вот он сидит на жопе, и у него руль, и он на скейтборде едет. Вот. Примерно моя жизненная философия. Иллюзия контроля. Блин, ты сейчас замутился, чтобы прокашляться, а потом понял, что на плече это все равно Лол. Ладно, вернемся к матчу. 21-44. Ну слушай, мой прогноз, вернее, мое пожелание даже. Вот, плану Систерс. Вот или с киберспортивной организацией Систерс, как вам угодно. Он не так уж далек от истины. Вот счет практически, да, только два раза. Вот, и я считаю, что это не так уж и плохо. Это нормально. Ну, кстати, белка может там присоединиться. Что я хотел сказать, это только радует Ганбол. Очень хорошо чувствует, аккуратно играет, чувствует карту. Вот. Хотелось бы увидеть, конечно же, такую же игру, как я считаю, но... Может быть, на следующую. Сейчас к нам присоединится белочка наша. Алкобелка. Ну, у меня в стиме подписана Алкобелка, потому что она себе постоянно меняет ники. Она то буфера помощи, она там, то еще кто-то там. Буфера помощи. Мне, кстати, очень нравится ее аватарка в стиме. Ты видел ее аватарку в стиме? Там, короче, кот такой жирный. Или кошка. Перевернутая лежит, короче, типа тянется к хозяину. И там из этих... Из Закон Рояля такой, знаешь, такой, не знаю, какого именно, но там значок такой ревайв, типа. Типа, блин, это просто угар.
Да, Ганни умничка, вот. Чего, конечно, нельзя сказать об СНБ. Вот явно не пошла в него игра. Нельзя, конечно, сказать, что вот он не разыгрался, мы с ним поиграли, и по Акичи он пострелял, и так далее. Ладно, ГГВП. Жека. Надо мной написать Жека. Жека уволен. Света, заходи обратно. Лагает пизда.